Всем привет! Испытания в телефона Иуни и один на игры. Ребят, и запускаем, чтоб поменьше текста, то я включаю автоматом игру сразу. Включаю изначально в комбат, я так думаю, всем интересно будет, как он справляться будет с ней. В принципе, в процессор в такой же самый идет, как и в нубе, что у меня здесь рядом. То, в принципе, должно быть все good, по идее. Звук чуть-чуть сделаем. Так, 33, мускот. Есть. Ну, разрешить. Давайте, ребят, попробуем чуть-чуть постреляться. Есть. Пока все класс, динамика отличнейшая. Увидим, что дальше будет. А, блин. Есть. Так. Этого убили, идем. В принципе, игра летает, пока все класс. Учитывая, что экран у нас идет... оказался Full HD, в принципе, в техническом они полностью спакованы одинаково. Но единственное, в чем отличие, что это от компании Iuni, что это ZTE. И типа компактнее здесь немножко экран идет. Что здесь идет 5,2 дюйма и женский телефон от начала и до конца сделано все для девочек. Ну, конечно, впакован он по полной, что не по-детски. Я для женского телефона есть. Я сомневаюсь, что у девчонки, конечно, будет в комбат или асфальт играть, но всякие бывают. Есть. И тому в голову, и тому в голову сразу попал. Такое бывает. Давайте бомбочку. Привет. Есть. И попытно взорвал двух, того убил. Есть. Второй. Ждем сразу помощников. Первого сразу. И второй. Есть. Забегаем на контору, чтобы отметиться. Ригот компании. Привет. Есть. По тем попал. Немножко по вертолету можно пока попалять. В принципе, эффективности 0 от этого, ну, что сделано изначально, что вы ничего не сделаете здесь. Есть, чуть-чуть все-таки пострелял по нему. Давайте. Не успели, но уже так вышло. Пока тишина, значит, будем ждать. Блин, тут попробующе попасть. Мне интересно, где в действительности было бы стрелять с такой укачкой, как здесь. Думаю, точность абсолютный ноль при стрельбе. Так, еще чуть-чуть, я чувствую, от меня ничего не станет. Нет, ребят, видите, все-таки я его убил. Все good. Есть. Что, думаю, все увидели. Опускаемся, идем дальше. Асфальт. Включается. Аж интересно, какой включается чуть-чуть быстрей или нубия, или этот. Есть игра. Далее
Далее начать гонку. И включаемся. Если что, все включается здесь, что в принципе оказалось, ну, быстро и комфортно. Телефончик оказался тепленьким уже. Давайте. Я вам скажу, что, если честно, особого отличия из нубиев по игре я абсолютно здесь и не вижу. Единственное, что отличие — цена. И что, если я ее куплял за 94 долларов, по-моему, то в телефон от компании Иуни вы купите за 74 или 75 долларов, где-то так, что плюс-минус. Я не знаю, что там оказалось, иногда цены поднимают. Вот это я бы бахнул бодро. Ну ничего, попробуем сейчас догнать. Есть. Вверх немножко полетим. Попытаемся компенсировать, ребят, упущенное. Выйдет или не выйдет, не знаю. Раз. Полетели сразу догонку. Есть. Ну, пока я почти в последнем еду, но я думаю, еще все впереди у нас, еще успеется догнаться. Куда я поехал? Первый раз, кстати, я здесь, я еще здесь никогда не ездил. Но пока в третьем еду, исходя из цифр. Супер турбо. О, блин. Офигеть. Ничего себе. Ребята, это супер просто. Это просто офигеть. Кто-то влетел немножко. Как я вам первый раз. Супер турбо. И сейчас будем лететь, наверное. Кстати, все комфортно. Ва! Есть. Что видите, что все-таки оказался, что первым я. Есть. Отключаемся дальше. Естественно, включаем танчики. Танчики. Специально для подписчиков, чтобы все интересуется, что включить танки всегда. Специально для вас, ребят. Что, типа, я стараюсь и пишу. Поиск обновления файлов. Что, в принципе, что включенный интернет и все нормально, должно включаться. Что быстро, по идее. Сейчас увидим, что у нас получится. Это долго. Это плохо. Есть. Что, видите, включилось все-таки. Я не знаю, с чем это связано. Что, думаю, что с интернетом. Здесь телефон справляется полностью типа, с задачами. И сомневаюсь, что от телефона здесь отличается. Это все. И зависит, я имею в виду. Есть старенький танчик. Естественно, включаю. Дерево танков, нафиг нам не надо, и хотел типа быстрее нацию, которую хотите приобрести. Давайте пусть такое будет, что первый раз есть. Купили танк, есть. Дальше, что? Все, к танку. Задачи. Поздравляем.
Так. Есть. Есть. Сейчас включаем в бой. Я так думаю, что неинтересно всем, как я был. Скуплять это все буду. Что, извините, и хотелось бы, но видите, но включается. Игра считается типа бесплатной, но в любом случае куплять, что приходится все. Включилось. Давайте. Так, у меня хотя бы есть чем стрелять. По-моему, есть. Так, ну, в картинка красиво идет и не. Ну, и все здорово. Пока. Не лагает, по крайней мере. Первое впечатление. Давайте вперед, наверное, впустим смертников. Пусть они идут, чтобы стреляли по ним. А потом уже я. Я сзади где-то буду тихонько ехать. О, блин, уже кто-то прицелился по мне. А я спрятался. Факов. Вот пост. Что мы там видим? Ничего. Ладно. Вот говнюк. Да. Задний ход. Вы же видите, они ожидали, что я буду ехать. Давайте тогда уже так в открытую пойдем хотя бы. Давайте вперед. А видите, меня все-таки оказалось убило. Но чтобы вы увидели, что, ребят, игрушка что летает, в принципе, смотрите, все в картинках здесь оказалось все классно, но к несчастью оказалось, что типа убили меня. Ребят, вот такие вот дела, что видите, еще стреляет. Все идет, что действительно здесь классно. Отключаемся. Так, идем дальше. Комбат попробую включить. Сразу, что всем, кому не исполнилось 16 лет, отключайте это видео, что здесь будут чуть крови и насилие. Так что лучше нежелательно смотреть. Так, телефончик ишь тепленький. Уже, кстати, ощутимо теплый. Что греется, я так думаю, в конкретном. Если честно. Что, в принципе, вот из Нубии было чуть-чуть спокойней. Она оказалась чуть-чуть прохладнее все-таки. Давайте будем ждать. Что, в принципе, опять, я так думаю, такая же самая история. Что включаю все те самые игрушки, что и в Нубии, чтобы увидеть... оптимизация системы, где лучше идет. Есть, что включилось, видите, что, в принципе, это класс, что включилось уже. Абсолютный плюс в телефону. Так, я думаю, пропускаем видео. Не знаю, ли хватит. Есть, извините. То аккумулятор Xiaomi заканчивается. Оказалось, очень быстро. Ну и попробуем немножко поместиться. Ну, кстати, динамика игры бомба. Есть. Есть. Блокировка, давайте пробуем. Есть, что я его убил. Ну, кстати, вообще, что все сделано в красиво и на уровне. Игрушка абсолютно не тормозит. Шикарная картинка, как я говорил. И фаталики, естественно, это круть. Есть, что, думаю, все увидели. Идем дальше. Естественно, ребят, включаем Geometry Dash. Есть, что и красивая и веселая игра. Давайте попробуем, что у меня получится. Ой,
Опять попытка номер два. Ну, извините, у меня не получается. И, естественно, включаю серферы. Есть. Включилась игра. Ребят, есть. Тап. Ой, давайте. Вверх. Раз, два. На скейте немножко поедем. Все, уже устал или что? Пока нам это не надо. Здесь. Ой, ну извините, я так думаю, что все увидели. Специально, естественно, я хотел бы включить, чтобы еще или в памяти осталась игра. Я так думаю, вы увидели, что выкинул ее. И специально в телефоны, в те самые. Вот так я попробую и здесь включить одновременно игру. И здесь, чтобы хотя бы увидеть по запуску. А не.